Гавки, ребят, с вами Отя. И сегодня будет сравнение «Король Лев», как Шрам убивает Муфасу, и «Книга джунглей», как Шерхан убивает Акеллу. Давайте начинать. Что с тобой? Ну, сходи, поиграй с братьями. Что там? Почему он от нас ушел? Грей. Мы бы его защитили. Не надо было его отпускать. Я тоже скучаю. Главное, что мы отвели от него беду. Тебе известно, зачем я здесь. Человеческий детеныш ушел из джунглей. Я вроде ясно дал понять, что хочу, чтобы вы отдали его мне. Мы его больше не укрываем. Он ушел из стаи. И куда он пошел, интересно? Он теперь со своим народом. То есть он навсегда покинул джунгли? Навсегда. У нас с тобой нет повода для ссоры. В джунглях в кои-то веки настанет мир. Ну, значит, я не удел. Разве что я заманю его. Обратно! Что, спеси поубавилось? Я не желал такого исхода. Я обратился к вам с просьбой, с единственной просьбой, но вы отказали мне. Что ж, время просьб прошло. Скажите всем, пока я не получу мальчишку, все эти горы мои. Посмели отмахнуться от Шерхана, так познайте силу страха. На самом деле, новое сравнение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч, ребята. А с вами была Мотя.